Всем привет, дорогие друзья, с вами Механик. Сегодня новая серия City Car Driving. Быстрая тачка, очень быстрая, очень шустрая тачка у нас сегодня в программе. И у нас не работает коробка передач, а это значит что? А это значит, у нас будут работать лепестки. А эту и многие другие игры вы можете купить в моем магазине. Лучшие цены и 100% гарантия. Ссылка в описании. Поэтому сегодня у нас Golf R. Golf R. Все, просто и понятно. Пушка, гонка, эрка. Будем сегодня топать. Двигатель что, не заводится? Да елки-палки, что движок-то не стартует? А, коробка. Нет, дело не в коробке. Смотрите, реально не запускается. У меня в нейтралке же коробка стоит. Ну? Да неужели он запустился, вы прикиньте? Вот я серьезно. Че за фигня? Это новая тачка. Такого у меня еще раньше не было, но я надеюсь, что и не повторится больше такое. Ну, как будто дизельный у нее звук такой. Такой вот. Ну что, ребят, я случайно заглушил машину. С четвертого раза только заводится он. Так, не глуши больше. А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел, красавчик. Нет, блин. Так. Все. Не отпускать сцепление. Короче, лепестки работают, но все равно надо сцеп ужать. Без сцепа не работает. Офигеть, ну что за пробки такие? Хочется нормально понаваливать уже. Но ничего, сейчас мы это сделаем. Наверное. Там ДТП-ха, да? А, нет, не ДТП-ха, это чувак выворачивал просто так, поворачивал. Газелист мне тут не помешает. Так. Ох ты, ядрить, куда? Вы видели, как он мув сандалил и уехал просто? Машина быстрая, хорошая, прям. Агрессивная. Ух, ё-моё, ушатал пацанчика. Причем обоих. Я что-то до последнего думал, что я проскочу туда. Я переключаюсь без сброса газа. Получается нормально. Куда? Мне интересно, а чё он, почему он дрифтует? Почему Golf R у нас дрифтовый? Он, по идее, полноприводный же должен быть, R-ка, по-моему. Так. Заходим в поворот. Нас, как всегда, подрезают в повороте. Так, надо куда-то выехать на трассу. Потому что без трассы, ну, такое себе. В миллиметрах просто прошел. Так, я понял, что это за дорога. Едем на разворот. Тут вообще без понт кататься. Давай, давай, давай. Ну, быстрый. Что тут говорить? Реально быстрый, очень такой агрессивный. Может быть, надо было коробку даже автоматическую поставить. То, что... Ну, тяжеловато мне. Тяжеловато, конечно, вот эти лепестки постоянно клацать. Так, поехали на автомагистраль.
Не, ну очень тяжело лепестки клацать, серьезно. Непривычно даже так. Потому что надо и педали вроде переключать, и лепестки еще клацать одновременно. Все, магистраль пошла, сейчас будем делать жесткий навал просто. Давай, давай, посмотрим, раскочегарим сейчас его на полную катушку, посмотрим, что он из себя представляет. Пятая. Шестая. 190. 200. Вообще не густо едет. Вообще не густо. Спасибо, спасибо, гольф. Да, спасибо большое. Это так круто, когда у тачки, у спортивной не срабатывает АБС, это очень здорово. Так, а давайте-ка мы его замерим чуть-чуть. Сейчас я попробую тронуться с ланча. Где-то вот тысяч, наверное, с 3,5, да? Ага, переключиться только не смог. 4700. Ну, не могу сказать, что прям сверх быстро. Передачки очень короткие. И это говорит о том, что тачка скорее больше городская. Такая вот она прям очень... Руль легкий, прям вообще его не чувствуешь. Прикольно. Че это за фигня вообще? Так. Мне вот это не нравится уже. А, прикольно, то есть он на пятой не трогается. Кайфовый гольф. Ну и не хочется на нем спокойно ездить. Я тут немного немногословен, потому что в целом не понимаю, у меня какой-то диссонанс. Я думал, эта тачка будет просто жестко летать. А этого не ощущается. Плюс еще тормоза дерьмовейшие просто вообще. Отвратительные тормоза. Вот в пол тормозишь, все, до свидания, просто сразу улетаешь. Шашечки, шашечки, шашечки. Да, офигительные тормоза. Гольф просто пушка, серьезно. Давайте попробуем еще разок. Так, сейчас начну потихонечку, чтобы разогреться, да? Вообще, тут пока нормально идем. Тут хорошо, тут прошел. Оп. Четко. Так, 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 так. Ис... Вот так вот. Давай, 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 хорош. Вот сейчас хорош. Все, не пролез. Не, ну я, конечно, все понимаю, но этого я не понимаю. Ну как это так? А? Ну как это так? Я вообще разочарован, так если честно. Я думал, что эта тачка будет такая, что на ней просто будет очень приятно вот так ездить. Активно прям. И у нее все хорошо, кроме тормозов. Вот реально, все круто, кроме тормозов. Ребят, кто делает эту тачку, кто мод делал, пожалуйста, доработайте тормоза, потому что невозможно так ездить. АБС включено, все включено, ну и что толк? У нее даже, вот смотрите, у нее управляемость в целом хорошая. Можно вот на скорости 200 что вытворять. Врезаться можно вообще, как хочешь. Я там даже не тормозил, потому что вообще бессмысленно было сейчас. Тормознешь и улетишь куда-нибудь. О, все, только раз нажал на педаль, все, улетел сразу. Ну что за бред? Ну как так возможно? Так не должно же быть, вы же понимаете сами.
так круто. Я вообще удивился, когда звук был такой прямо очень бодрый у этого тачки, у этого тачки. Смотрите, внешка какая. Ну, балдеж же, а. Выглядит просто пушечно. Очень сочная машина. И она не шлифует даже. Вот смотрите. Бросаю просто, бросаю сцепу. Ну, вообще не шлифует. Странно. Вот все есть, звук движка есть, все есть, тормозов нет, все, машина неприятная стала. Добавьте тормоза и будет офигенная пушка вообще. Приходится очень плавно оттормаживаться, потому что торможение в пол, смотрите, сейчас в пол. Странно. Может, скорость маленькая? Ну, вы до этого видели сами, что при таких же условиях сразу его начинает нести. Может, в повороте, типа, надо нажать тормоз? Да вроде нет. А так-то тачка офигительная. Я реально кайфанул с управляемостью. Смотрите, прям. Его не закидывает ничего, он прям рулится хорошо. Все, спокойно прям. Все, поехал, поехал, поехал. Смотрите, скорая. Сейчас она понадобится мне. Ох, плотненько пошел поток. Уф. Ну тут все. Приплыли. А хорошо шел. Не знаю я. Я вообще расстроился так. Я типа думал, прям жестко кайфану с этой машины. Мне нравятся просто гольфы. Типа вот и как стиль, и вообще как тачка крутые. Но... Не знаю, короче. Пишите в комментариях, у кого есть City Car Driving, кто ставил себе этот мод. Ваше впечатление от тачки напишите. Как вам понравилось, не понравилось. Шнос зачесался. На этом будем заканчивать. Спасибо за внимание. Всем пока.